привет, ребят, принесли вот такую маленькую посылку, вскрываем, смотрим, что в ней внутри. И здесь вот такая колоночка Xiaomi, давно хотел ее заказать, и наконец-то она попала ко мне в руки. Сейчас будем смотреть, что это такое и стоит ли ее вообще покупать. В комплекте имеется только один проводок USB Type-C для зарядки. И сама колоночка, выглядит она очень приятно, вся верхняя часть является регулятором громкости. Ну а снизу находится одна кнопочка включения, по бокам должен идти звук. Сбоку этой колонки имеется вот такая резиновая петелька, с помощью которой будет удобнее носить эту колонку с собой. И также имеется вот такая очень маленькая заглушка, под которой должен быть разъем зарядки. И здесь нет никаких AUX-ов для того, чтобы эту колонку подключать по проводу. Теперь осталось ее подключить к телефону и послушать, как же она будет звучать. А вот мы и нашли индикатор, он расположен прямо под тканью, то есть пока он не начнет мигать, вы его не увидите. Слышу звон, и я точно знаю, где он. Я холодный, но стал зеброй. Стал зеброй, за забором суета, но все же. Ты не козлодин, как ты для бомж. Ты видишь, что ты нам продаешь. Потеку платишь за айфон. Ты не козлодин, как ты для бомж. Кнопка включения также работает как play-пауза, но следующую или предыдущую песню с помощью нее уже включить будет нельзя. В целом колонка играет достаточно громко и у нее неплохой бас, но звук очень объемный. Я не знаю, где здесь расположены динамики, это еще нам предстоит выяснить, но звучание прям действительно очень объемное. То есть обычный звук 360 градусов, и я решил эту колонку сравнить с подходящей по форме и звучанию колонкой. А именно T6, это легендарная колонка, многие ее знают. И она очень достойная за свои деньги. Мне похуй там, как ты, разорвал контракты. У меня проблема, ламбо. В школе было очень скучно, и я трепил, суки. Бригетта прыгнул, мы джип. Хочешь быть, как Гэри Дженнер? Кузьма хочет воздух, мы проветриваем блок. Хочешь быть, как Гэри Дженнер? Береги мозги, Кристи любят. На, можно поебать. И в этом сравнении этих двух колонок побеждает однозначно T6, потому что здесь мощнее бас, звучит она более качественно и ее приятно слушать. Здесь звук в принципе неплохой, если его ни с чем не сравнивать, но звучит она тише, как по мне, это мы еще проверим на моем шумомере на расстоянии 1 метра, для того, чтобы точно знать, насколько она будет тише, чем T6. И басы в ней заметно тише, их почти что нет. Так что эта колоночка хуже, и я бы рекомендовал брать T6. Именно классическую, не те новые версии, которые вышли уже потом. И колоночка Xiaomi набирает 83,4 дБ на расстоянии 1 метра. При учете, что это звук 360 и динамики не направлены в сторону моего шумомера, это неплохой результат. Сейчас сравним этот результат с T6. Ну вот что и следовало доказать, T6 набрала 85 дБ. Теперь нужно нам как-то добраться до динамиков и понаваливать лютый бас и оценить флекс этих динамиков. И кстати увидеть, какие же там находятся пассивки, потому что там они точно должны быть. Попытаюсь сначала нормально разобрать колонку, если не получится, то уже буду использовать свои аккуратные методы. Походу, ребят, на слух я ошибся, и мне показалось, что по бокам находятся динамики, но здесь только пассивки. А вот динамик находится один снизу, и он распределяет звук во все стороны равномерно. То есть получается, эта колонка имеет действительно звук 360 градусов. Сука, залетел на бит, бро, тут что-то горит.
no pain, no gain, иди на туман, бей. В общем, ничего особого, флексит, конечно, колоночка нормально, но не так, чтобы прям очень хорошо. Теперь давайте продолжим ее разбирать, посмотрим, какой тут установлен усилитель и аккумулятор, после чего я уже думаю заставлю ее нормально флексить. Динамик здесь установлен 10-ваттный, 2-омный. Это, конечно, не очень хорошо сказывается на его звучании, но зато он получает максимальную мощность этого небольшого усилителя. И вообще, этот динамик от родного усилителя очень даже сильно нагрелся, еле удается прикасаться к нему пальцами. Вот мы и добрались до аккумулятора. Здесь установлена одна банка 3,7 вольта, 2600 мАч. Это не очень много для такой колонки. И такого аккумулятора, естественно, надолго не хватит. Часа 3-4 на максимальной громкости, не больше. Ну вот, мы извлекли из корпуса все, что можно было. Остались только пассивки. Теперь мы вставим обратно динамик и уже попытаемся вывести эти пассивки и динамик на максимальный ход, чтобы увидеть максимальный флекс. Ну вот, ребят, я уже полностью подготовил эту колонку к наваливанию лютых басов. И также вместе с ней я решил понаваливать лютый бас еще на одной колонке. И это колоночка SoundLink Mini от фирмы Bose. Несмотря на то, что это очень дорогие колонки, все равно она была очень хреново загерметизирована, и при нажатии на динамики пассивки не двигались. И также наоборот, если давишь на пассивки, то динамики тоже не двигались. Это значит, что корпус был не герметичен и воздух выходил через какие-то щели. Теперь я полностью ее всю загерметизировал, а это значит, что теперь, когда я буду наваливать на ней лютый бас, то и пассивки будут флексить как следует. И да, ребят, как вы любите, я попытаюсь спалить эти колонки до тех пор, пока из них не пойдет дым. Надеюсь, у меня это получится, и это должно получиться очень красиво. И начнем мы наваливать лютый бас с колонки Xiaomi. Ну вот, ребят, Xiaomi сошла с дистанции. Теперь время навалить бас на SoundLink Mini. Поле ты в естественном отборе, ты в естественном отборе. Надела мой
Наконец-то я разделался с этим дорогим куском дерьма. Ну а в колонке Xiaomi мы сейчас тоже посмотрим, что случилось с динамиком. И здесь катушка тоже сгорела и размоталась. Так что обе колонки заслужили почетное место в моей мусорке. Ну а с вас теперь требуется большие пальцы вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик и написать кучу моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!